Теперь, хотя есть и утверждения Писания, которые мы только что с вами обсудили, вы все еще также можете прийти к убежденности в безошибочности Писания посредством умозаключений. И на прошлых лекциях мы с вами говорили о том, насколько уместно или неуместно строить выводы посредством умозаключений. И мы говорили, что это уместно в том случае, если данные, которые вы представляете, подтверждают ваши выводы. Если же нет, то ваши умозаключения неверны. Что ж, позвольте вам представить аргумент, состоящий из 5 пунктов, вернее, из 4. 5-й — это скорее вывод. Это аргумент посредством умозаключений, строящий вывод на основании доктрины Богодухновенности о доктрине безошибочности. И вы также увидите, что есть несколько других моментов, которые здесь используются. Первый шаг. Все Писание — это результат божественного вдохновения. Он это изрек, посему это есть его слово. 2 Тимофею 3:16, мы знаем, что там об этом говорится. Второй шаг. Дух Святой таким образом руководит написанием текста Библии, что земные авторы написали, есть воистину Слово Божие. И, конечно, 1 Петра, 1 глава, стихи 19-20, говорят именно об этом. Третий шаг. Безошибочность означает истинность. Четвертый шаг. Бог не лжет. И есть много текстов Писания, которые об этом говорят. Поэтому пятый шаг, заключение. Так как Писание — это то, что Бог сказал, а Бог не лжет. И так как истинный текст есть безошибочный текст, то Библия, как Божье богодухновенное Слово, также является безошибочным. Итак, как же этот аргумент работает? Что ж, он начинается с утверждения факта о том, что Писание богодухновенно. Затем добавляется определение безошибочности. Затем говорится о характере Бога. И делается вывод, что если книга богодухновенна, а это означает, что это то, что Бог сказал, а безошибочность понимается в свете истинности, а Бог говорит лишь одну истину, то богодухновенная книга должна быть безошибочной.
И, конечно, нам нужно задать самим себе такой вопрос. А подкрепляется ли это умозаключение какими-либо данными, которые мы предоставили? Факт богодухновенности, определение безошибочности, а также замечания касательно Божьего характера. И как мне представляется, то подкрепляется. И как мне кажется, то это умозаключение, прошедшее через века, которое приводило евангельских христиан к выводу о том, что если Библия, вся Библия, богодухновенна, причем вплоть до самих слов, написанных в Писании, то тогда она должна быть безошибочной. И, конечно, если это так, и если кто-то говорит о том, что он евангельский христианин, то вы можете спросить, ведь это все так очевидно. Почему кто-то, кто называет себя евангельским христианином, отвергает идею о том, что полностью богодухновенное слово должно быть безошибочным? Что ж, вскоре мы рассмотрим те причины, которые были высказаны, о том, почему Библия, будучи богодухновенной книгой, может содержать ошибки. Но прежде чем мы к этому перейдем, я хотел бы спросить, а есть ли у вас какие-либо вопросы о том, что мы до сего момента обсудили, о концепции безошибочности, о безошибочности Библии и так далее? Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Распространяется ли безошибочность на такие предложения, как, например, то, что Павел пишет в первом послании к Коринфянам в первой главе, что он не может вспомнить о том, крестил ли он кого в той церкви? Почему Дух Святой не руководил им до такой степени, что не помог ему написать точно, крестил он кого еще или нет? Неужели Дух Святой не знал? Что ж, как мне кажется, вы задаете несколько вопросов, и все вопросы по своей сути хороши. Прежде всего, если автор говорит, что он что-то не может вспомнить, то он вообще-то говорит истину, потому что он на самом деле не помнит. И в обязанности Святого Духа не входит напоминать ему, как на самом деле все было, в каком-то конкретном случае. Если бы он сказал, вот так все было, но я в этом не уверен, то тогда это совсем другая история. Поэтому, во-первых, вам нужно убедиться в том, что вы правильно толкуете текст, понимаете то, что на самом деле говорит автор. Теперь второе. Почему же Дух Святой не предоставил ему эту информацию, ему или другому автору? И я думаю, по этому поводу мы можем сказать лишь вот что. Не предоставляя ему эту информацию, Дух Святой позволяет авторству человека проявить себя. На это мы можем указать с вами и сказать, вот посмотрите, это действительно было написано человеком. Да, конечно, Бог руководил написанием от начала до конца. Ведь есть немало людей, которые на самом деле думают, что если Дух Святой руководил процессом написания Библии, то тогда люди лишь писали под диктовку, хотя евангельские христиане так не считают. Но когда мы обращаем внимание на стихи, подобные тому, которые вы упомянули, когда авторы говорят о том, что они чего-то не знают, и они открыто признают, что они это не знают, конечно, Дух Святой мог открыть им эту информацию. Конечно, я не могу точно утверждать о том, что намерение Святого Духа было в том, чтобы указать на человеческий фактор в написании Библии. Хотя это вполне могло и быть. И, конечно, когда автор говорит, что он что-то не может вспомнить точно, но это никак не влияет на какую-либо доктрину.
о которой автор пытается нам поведать. Поэтому можем спросить, а зачем это вспоминать? Зачем нужна точная информация? Это никак не проливает свет на доктрину. Хороший вопрос. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Относится ли определение безошибочности к тому, о чем ничего не говорится в Библии? Иногда люди приводят доводы. Скажем, пример, который вы упоминали, когда люди опровергают доводы Христа. Что вы скажете о безошибочности в этом контексте? Очень хороший вопрос. Вы помните, когда мы говорили с вами о безошибочности, мы говорили об условии правильного истолкования. И я думаю, что бывают случаи, когда даже те, кто любит Писание, евангельские проповедники, смотрят на то, что написано в Писании, и видят некое применение этого текста, и затем говорят, что библейский автор этому учит. И, конечно, если он этому на самом деле учит, то мы должны защищать это, что это на самом деле истина. Но может быть так, что богослов или экзегет вкладывает в текст то, что на самом деле в тексте отсутствует. А если библейский автор на самом деле этого не говорил, а богослов и экзегет считает, что текст об этом говорит, и мы обнаруживаем, что богослов или экзегет ошибаются, то это никоим образом не ставит под сомнение безошибочность. Это лишь указывает на ошибки в выводах богослова и экзегета. Но, к сожалению, многие люди не тратят время на то, чтобы обратиться к тексту, о котором идет речь, провести экзегетическое исследование текста, и затем обратиться к богослову и сказать: «Знаете, вы вкладываете в текст то, чего на самом деле в нем нет. И на самом деле ваше утверждение о том, чему этот текст учит, ошибочно». Но это никоим образом не умаляет безошибочность самого Писания, ведь Писание этому не учит. Я бы так ответил на этот вопрос. На самом деле это серьезное предупреждение, чтобы не вкладывать свои слова в Божьи уста. Я бы так сказал. Должно быть наоборот. Когда вы учите или проповедуете, нужно, чтобы Бог вкладывал свои слова в ваши уста. Но никогда мы не должны вкладывать свои слова в Его уста. Мы должны говорить то, что Бог сказал. И если Бог этого не сказал, а мы об этом говорим, то будут люди в наших церквах, которые, считая нас пасторами или христианскими лидерами, теми, кто изучил Библию, будут считать, что все, что мы говорим, истина, и все это исходит из Библии, а никто из нас не хочет исказить Божьи слова. Я думаю, здесь нет никого, кто бы этого хотел. И все же я думаю, что иногда нам кажется, что мы видим что-то в Писании, что Писание учит чему-то, и мы преподносим это, причем делаем это таким образом, что у людей создается впечатление, что это такая же непривержимая истина, как все, что записано в Библии. Нам нужно быть очень осторожными в том, как мы преподносим Божье Слово. Хорошо, еще вопросы? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.